Кончается четверг, и дождик мелок, и сквозь него едва-едва видны два косяка летающих тарелок над мокрой территорией страны. И девушки, бегущие с работы, по лужам торопливо семеня. Промокший двор, и в нем промокший кто-то, немножечко похожий на меня. О, как легка и необыкновенна та женщина, что скромный свой уют несет в химчистку в сумке здоровенной, немножечко похожей на твою. А из-за облаков сквозь дождик мелкий глядит на двор в подзорную трубу бортинженер летающей тарелки, немножечко похожий на судьбу. Кончается четверг, и дождик мелок, и трудно разглядеть в промозглой мгле чего-то, что на небо улетело, и то, чего осталось на земле. И две фигуры посреди стихии, друг с друга не спускающие глаз, промокшие, слепые и глухие, такие непохожие на нас. Счастливые, слепые и глухие, такие непохожие на нас. Друзья мои, позвольте вам представить оркестр «Фонограф» и его руководителя Сергея Жилина. Именно Сергею пришла в голову смелая, не боюсь этого слова, мысль попробовать оркестровать вот эти песни. Пожалуй, ничего говорить сейчас не буду, потому что говорить бессмысленно. Нужно петь. Некоторые из песен производят на меня лично такое впечатление, что я даже откладываю в руки временами гитару, потому что играть на гитаре при этом бессмысленно. Сейчас я, правда, немножко поиграю еще. Незаметно, постепенно я зарастаю пустотой, часы идут, но ничего не происходит, песок течет, и все, и сердце бьется, кровь струится, и селезенка йок-йок-йок, и день за днем идет процесс пищеварения, и больше ничего.
ничего. Незаметно, постепенно песок сквозь дырочку уйдет, и я умру, и напишу вам всем записку, чтоб вам не жить, как мне. И вы поймете, что вообще-то я неплохой был человек. Вот только жаль, что незаметно, постепенно весь пустотой зарос по самый нос, по самый уж. Устав от погони за бантиком белым, мечтая о вкусе хозяйских котлет, клубочком свернув свое черное тело, спит черный котенок в углу на столе, и блики вселенной волшебным свечением играют на шерсти, сбегая во тьму. И мне остается одно развлечение — завидовать молча ему. Ах, как хочется разлечься и уснуть, и закрыть лицо хвостом, а не руками, и свалить с души тяжелый и ненужный камень, и во сне покой потерянный вернуть. Но природа нам покоя не дала, нам двуногим не дано такой свободы. Мы животные совсем иного рода, и у всех ужасно важные дела.
поменялся и стал бы котом хоть на несколько дней, как ты бы весною по крышам слонялся, но был бы, пожалуй, немного умней. Уж я бы не бегал за бантиком белым, поверь мне, он скоро тебе надоест. Его ни одна еще кошка не съела, ведь кошка бумагу не ест. Ах, как хочется уметь читать во тьме, и как ты поверить в бантик на веревке, смелым, хитрым, черным, ловким. И как ты глаза зеленые иметь. Спи, котенок, камень тает на душе. Прикасайся кончиком хвоста к вселенной. Спи, котенок черный, необыкновенный. Спи, а мне пора идти ловить мышей. Погоду очень хочется забраться на какой-нибудь чердак и лежать, смотреть в окошко на струящуюся воду и мечтать, как было б славно, если б было все не так. И своей нелепой жизни, сочиняя оправданья, поливать себя презреньем, но не очень, а любя, размышлять по ходу дела о проблемах мироздания и жалеть по всей программе непутевого себя. И непутевого себя, бестолкового, неспособного включить автостоп. И как опыт показал, не готового к вероломству этих женских особ. Но к концу подходит время, отведенная на слезы, и несчастные любови исчезают словно дым. Просто завтра будет солнце, и уйдут на запад грозы, и я вновь, как конь фанерный, поскочу тих-дым, тих-дым. Так что если есть потребность утопиться, удушиться, этот мелкий серый дождик — просто Божья благодать. Ведь в хорошую погоду на такое не решится, и уж вовсе невозможно полноценно оправдать. И непутевого себя, бестолкового, неспособного включить автостоп. И как опыт показал, не готового к вероломству этих женских особ. Легкомысленности женских людей.
все оторвал еще. Поближе стульчик просто поставим. Не-не, ничего, 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 сейчас. Поближе стульчик. Сидим, да? Ну, сейчас, сейчас, сейчас. Согреем еще. Извините. Просто уже, знаете, времени на разговоры практически не остается. Нужно петь, потому что программа очень большая. Вообще, честно говоря, она состоит из двух отделений. Мы ее упаковали практически всю в одно, да плюс еще со специальными гостями сегодня. Но ничего, знаете, ничего оставить за бортом не хотелось, поэтому все сегодня почти. Что-что? Пой. А сейчас буду, да, буду сейчас. Собственно, как бы я так и предполагал. Кладут асфальт на площади восстания. Пришла пора ремонта тротуара. Кладут асфальт везде, где я когда-то бродил, не поднимая головы. Кладут поверх следов моих блужданий, что я оставил на асфальте старом, поверх моих асфальтовых заплат, которым я давно уже привык. Асфальтовый ковер кладу на мой проверенный маршрут. Везде, где пролегла моя проторенная колея. На Пресне, в теплом стане, на Рижской и на Киевском вокзале. Катки, латая уличные раны, танцуют свой замедленный балет. Кладут асфальт на площади восстания, поверх в асфальт впечатанных печалей, засохших, неподаренных тюльпанов и пепла самых горьких сигарет. О, сеть моих былых следов, я вновь в тебе пропасть готов. Ловушка вечная моя, проторенная колея. Кладут асфальт на площади восстания, латают мостовые и бульвары. Все выбоины мелкие исправят асфальтовая черная река. Прошла пора обид и расставай, пришла пора ремонта тротуара. Пора на черном зеркале оставить свой первый отпечаток каблука, свой первый отпечаток каблука, свой первый отпечаток каблука.
вот, вы знаете, совсем как бы новая песня, ну, относительно новая, она написана уже после того, как закончились показы мюзикла «Норд-Ост». И как-то стало одиноко мне одному петь, и я поэтому сразу как-то музыкантами какими-то стал обрастать. У меня появился гитарист, бас-гитарист, барабанщик, тут как-то сама собой появилась и пианистка, и две трубы, тромбон. И вот в таком составе мы приехали в Питер играть авторскую песню. Ну, там немало удивились. Потом я, правда, опять остался один с одной гитарой, но мне все время казалось, что мне что-то не хватает. Там в одном месте, вот эта песня специально сочинялась для тромбона. Там в проигрыш на тромбоне должен быть. И я его все время, когда выступал один, говорил: а ну, а теперь тромбон. И так изображал. И тут я прошел, Сергей мне вот сказал, что будет такая оркестровка сделана. Я говорю: там у вас там с тромбоном? Он говорит: хватит тромбонов там. Репетировали мы в помещении, где я находился все время рядом со струнными. А когда первый раз вышел на сцену, и сзади меня появились вот эти вот 11 человек удивительных. Обсчитался. 10 человек, 3 трубы, 2 тромбона и 5 саксофонов. 5 саксофонов. Когда я мечтал, что я буду петь с 5 саксофонов. Никогда. И они как? Тут мне все мои тромбоны и забылись. О, как же нам порой приходится несладко. Как трудно в бурях оставаться на плаву. Изобрести бы мне волшебную закладку и заложить ей день, в который я живу. Он так хорош, он не похож на остальные. В нем за и против согласились на ничью. В нем ранним утром досмотрю цветные сны я. А поздним вечером я песенку спою. А целый день кружиться буду в безумном вихре радостного чуда, известного лишь нам с тобой двоим. В невероятном урагане, имеющем научное название, что совпадает с именем твоим. Когда головка на бекрень начнет клониться, я средь томов своих, покрытых пылью лет, найду закладку и открою ту страницу, где есть и этот незатейливый куплет. И мы с тобой в воспоминаниях полетаем, очки наденем мы на радостях вдвоем, страничку эту 8 раз перечитаем, а хватит сил, так и припевчик пропоем. Играй гармонь, вертись, вертушка, дуди-дуделка, стукай колотушка. Кружись, планета музыки подставь, сами, покрыть ли всю страничку словесами, или сделать так, чтоб было что читать. Ведь мы с тобой
городок не обойти за полчаса. Я в нем не больше, чем турист. Я уйду, как пришел. Я больше никогда не попадусь в таинственную сеть из улочек кривых, пропахших близким океаном. Гудит гудок, в порту стихают голоса. Прожектор гаснет на пароме большом, прибольшом. Нет-нет, мне не туда, мне вот сюда. Да-да, мой рейс отложен, дайте мне меню. Мне через час в другие страны. Косматый грек мне церемонно поднесет какой-то свой деликатес и бутылку вина. Я съем деликатес, напьюсь вина и больше никогда сюда не возвращусь. Хотя все было очень славно. Прощай навек, я сохраню на память счет, хоть в нем завышенная чуть-чуть оказалась цена. Но это все не в счет, ведь все пройдет. Забудется и грек, и ужин, и вино, а сумма счет и подарок. Ваш городок гулял три ночи напролет, и тот, кто в нем не заплутал, тот большой молодец. А я не молодец, я заплутал. И вот теперь пытаюсь выбраться назад, и потому напился пьяным. Но вот и все, пора садиться в самолет, пора закончить этот бал одиноких сердец. И больше никогда не попадать в таинственную сеть из улочек кривых, пропавших близких океан. Спасибо большое. Очень редко, знаете, это вот только настоящие поэты, они когда начинают сочинять стихи, они уже знают, чем закончится стихотворение. Нет, меня все время сдувает ветром куда-то в сторону. Только начнешь о чем-то и заканчиваешь чем-то совершенно другим. Очень редко случается, что получается то, что хочется. И потом проходит время, а то, что получилось, все нравится и нравится. Вот так произошло со следующей песней. Никуда не спешу, я стихов не пишу. Мне собрать бы слова воедино, чтоб хоть себе самому объяснить, почему, замыкаясь, искрят провода, я не пойму ничего и себя самого. Я утешу, мол, все впереди, но я не забуду тебя никогда, никогда, никогда. Я не забуду тебя никогда, никогда, никогда. Мир удивителен, но он написан давно мудрецами иных поколений. Я их немало читал и счастливей не стал, и храню свой диплом
под стеклом, но назначение иных, неподвластных уму, повседневных вещей и явлений мне не дано описать ни при помощи слов, ни число. Вновь в лабиринтах наук непредвиденный крюк совершу на гранит, натыкаясь в оно. Перечту мудрецов и в конце-то концов одолею шинель и муму. Но почему иногда ни с того ни с сего так искрят провода, замыкаясь я? Очевидно, уже никогда-никогда не пойму. Я никуда не спешу, я рукой не машу, я к разлукам привык и к утратам воно. Улетит самолет, пароход уплывет, и года потекут, как вода. Но с мудрецами вразрез, всем наукам назло, вопреки всем МЦ квадратам, я не забуду тебя никогда, никогда, никогда. Я не забуду тебя никогда, никогда, никогда. Корзиночку уже руки не держат. А сегодня у нас большой праздник. Сегодня у нас специальный гость, еще один сегодня. Более того, этот специальный гость отважился рискнуть, попробовать спеть песню, которая... Вообще, обычно песни сочиняешь для самого себя или для еще кого-нибудь, с кем поешь подолгу. Не подолгу в смысле, не подолгу службы в смысле, а подолгу. Десятилетиями. Но бывают исключения. Вот длинную песню, длиной почти 3 часа, больше 3 часов, мы, которая называлась «Норд-Ост», мы сочиняли не для себя. Сегодня первый раз мы публично исполнили кусочек из нее. Но пока мы ее сочиняли, идей, какие должны быть мюзиклы, была целая куча. И один из них, вот одна из этих идей, она дошла до момента даже начала сочинения мелодий, каких-то отдельных музыкальных фраз, песен, дуэтов. И вот потом это дело было заброшено, потому что роман Каверина «Два капитана» победил в нашем внутреннем тендере сюжетов. Но как-то так осталось на душе приятных нескольких мелодий, которые вот дошли до каких-то песен. И вот одну из них я даже стал исполнять. В концертах все время объясняю, что это дуэт. Сегодня она прозвучит дуэтом. Непонятно, почему весь белый свет завертелся кувырком. Мир знакомый, полный маленьких примет, стал как будто незнаком. Все и так, и не так, непонятно, что и как, но оно не так, как прежде, это явно тайный знак. Вероятно, лучше все вернуть обратно, непонятно только как. Спят
Стихла трель соловья, не кусается змея. И похоже, видим мы одно и то же, ты и я. Помоги мне, расскажи мне, не солги мне, кто враги мне, кто друзья. Ночь луну за тучку прячет. Почему весь мир затих и тихонько стал иным? Неужели это только для двоих и не слышно остальным? Вроде все как всегда, твердь по-прежнему тверда, да и в том, что происходит, нет ни пользы, ни вреда. Лишь понятно, что оно так необъятно, что, наверное, навсегда. Екатерина Гусева. Сегодня ну, такой день, просто можно сказать, исполняются мечты. Дело в том, что уже в первом отделении мы исполнили кусочек из Нордоста. Ну и тут мне захотелось хоть на несколько секунд почувствовать себя Саней Григорьевым. Да, ничего смешного. Захотелось. Алексей Игоревич сказал, что это мечта его детства. Он попросил меня, можно я ее... Конечно, мечта детства спеть с Катей Гусевой, понимаете? И вот, наконец, она осуществляется. Представьте себе, что я, вот как говорил Пьер Безухов, вот не такой, а вот самый-самый лучший человек в мире. Вот такой Саня Григорьев, и я стою на крыле самолета и пою. И что пою я хорошо. Это представить труднее всего, потому что тесситура, в которой пел исполнитель главной роли в нашем спектакле Андрей Богданов, она... Вообще, я не очень понимаю, как он это мог петь. И как мы могли такое написать? Но Андрей Богданов был известен в нашей труппе как басобаритональный тенор. Поэтому он пел любые ноты. А я пою лишь некоторые. К счастью, Катя сказала, ну что вы, Алексей Ильич, переживаете? Ну авторы-то живы. Напишите другие ноты. Я так и сделал. Вот что получилось. Красит закат.
Под столбы и мосты. В такой волшебный цвет, что растеряешься ты. И сердце стучит, и в горле комок. Как много ты сказать хотел, но снова не смог. Хватит молчать, смелей. Окрасит рассвет холмы вдалеке, нами стеной, ледяной.
Екатерина Гусева. Катя, спасибо. Алексей Игоревич Иващенко. Катя, спасибо. И Георгий Васильев. Мюзикл «Нордост». Ура! Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо большое. А теперь позвольте вас на несколько мгновений оставить наедине с настоящей джазовой музыкой. Цинки, вы расскажете? Вы давно не слышали? Да. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. На самом деле Алексей абсолютно прав был, когда в начале концерта говорил о том, что это была наша совместная идея. Я на каждом нашем концерте рассказываю длинную историю по поводу того, как я смотрел его концерт по Пятому каналу, просто перелистывал канал и вдруг задержался на Пятом и так задержался на самой последней песне. Это вся история, сейчас она в сжатом в таком виде. И после того, как я услышал его по телевидению, случилось так, что один замечательный человек под именем Ирина Семеновна нас познакомил, и мы решили сделать такую совместную программу, которая называется «Игра по новым правилам». Она действительно в двух отделениях, и так как она совместная программа, то в каждом из отделений у нас есть по сольной оркестровой пьесе. И вот сегодня мы подготовили для такого нашего сплоченного, сдвоенного одного отделения пьесу под названием Александра Цфасмана, под названием «Снежинки». Но вот после пьесы из мюзикла «Нордост» с таким обилием самолетов, я даже боюсь, а если у вас с собой снег еще есть? Сейчас. Так, Александра Цфасмана, «Снежинки». Thank you.
Я не слишком-то доволен планетою, я не знаю даже сам от чего, но она мне платит той же монетою, так что в целом налицо статус-кво. Мне облетелось бы на ней, долетелось бы, как туристу на борту корабля. Жаль, тут сервис не такой, как хотелось бы, то и это барахлит. И неясно, кто рулит драндулетом под названием Земля. Неизвестными путями небесными этот лайнер порастит пустоту. Я давно дружу с его стюардессами, это лучше, что есть на борту. Им давно уже медаль полагается за полеты в неурочные дни. Если черная дыра надвигается, и в поток небесных тел ты на скорости влетел, тут помочь сумеют только они. А то вот и не ворча и не жалуясь, я небесную пашу борозду, и стоп-кранами напрасно не балуюсь, потому что не решил, где сойду. Я не слишком-то доволен планетою, мне бы что-нибудь чуть-чуть посмешней, но похоже, блин, что выбора нету, и нам и впредь, как ни крути, вдоль по Млечному пути наши тяготы нести вместе с ней. Относительно новая песня, которую очень хотелось исполнить с оркестром, и вот это произошло. Песня про то, как я гулял по Парижу, и сочинял песню про то, как я гулял по Парижу. То прямо, то криво, то вправо, то влево, свободно брести, никуда не спешить, и вновь пришивая куплетом припевы, пытаться в стотысячный раз разрешить проблемы Адама и Евы. Париж, ты словно лампочка горишь, ты словно ласточка Париж, ты поднимаешь небо выше.
треском мокрых крыш. Ты мне о чем-то говоришь, а я тебя не слышу. Как бисер на нитку слова собирая, пытаясь забыть о напрасных страстях, забраться на башню и, стоя у края, подумать о том, за какой же пустяк порой изгоняют из рая. Париж, ну что же ты со мной хитришь? Ты то толкаешь ветром в грудь, то опускаешь небо ниже. Париж, сквозь пестроту своих афиш ты мне прокладываешь путь, а я его не вижу. Позорно не сладив с последним куплетом, запутавшись в самой серьезной строфе, решиться оставить его недопетым и крепкий двойной заказать в Мон-кафе и больше не думать об этом. Париж, ну что же ты со мной творишь? Сломав раздумьями мозги, я засмеюсь, а не заплачу. Париж, напрасно ты меня коришь. Я не умею быть другим, я не могу иначе. Оркестр! Я не могу иначе. Можно? Набив межзвездной пустотой оба кармана, тихо, как вор, в город проникнет ночь. Я, дуревший от весны, дворник Степана, дерзкой метлой мусор погонит прочь. И словно ночной ковбой из-за угла выйду я, наступая на лужи, и сложит оружие непобедимая зима. И вдруг от запаха весны, неба и хвои, что-то во мне произойдет внутри. И оттолкнувшись от земли дерзкой ногою, я воспарю метра на два, на три. Но и не более, чтоб ни привычки не стучало в ушах от давления, но и не менее, поскольку хочется летать. Я, дуревший от весны, в дальние страны я полечу сквозь небосклон ночной. И, заглядевшись на меня, дворник Степана спрячет метлу и полетит за мной. Весь народ ходит как пьяный. Что нас влечет, что нас лишает сна? Да просто в туче воробьев дворник Степана. В
значит, пришла весна. Метрополитен пустой, проникну легко, и ночь часов часы пробьют, и новый виток начнет земля, и фотоэлемент меня узнает и пропустит без пятаков. Я слишком часто здесь бываю после нуля, и милиционер-хитрец не тронет меня, ведь я не хулиган, не пьян. Я скромно шагаю по прямой, а то, что я пою немножко громко, это тоже можно понять. Я просто возвращаюсь слишком поздно домой. Вновь вагон забоет, как тромбон. То ли на пересадку мани, то ли просто тихо зевай перед тем, как спать идти. Прямо перед депо меня оставит, не пропадет тоннель, дядя в кепочке с гербом. Мне почему-то хитро глянешь след, как будто все понимает и замрет на полпути. Старый эскалатор устав, я выйду из дверей метро и выключит свет. Автобус подберет меня. Последний ночной маршрут спеша, и словно таракан по темной кухне, по ночной усталой Москве. На четырех колесах проползу я шурша, и свой знакомый ключ найду в углу потайном. Замок тепло руки узнав, откроется мягко без щелчка. На цыпочках пройду по коридору, и простит меня старый дом за то, что задержался я сегодня слегка. Забот, а вечер забав. Но как бы ни звала меня моя бестолковая звезда, как глупый электрон с любой орбиты, всю энергию растеряв, я неизменно возвращаюсь только сюда. Я верю, что мой ключ лежит в углу потайном. Я знаю по шагам меня замок распознает без труда. Но каждый раз метро в пустом вагоне, и я мечтаю лишь об одном. Ах, только бы в этот раз мне не опоздать. Ах, только бы в этот раз мне не опоздать. Ах, только бы в этот раз мне не опоздать. Сергей Жилин и оркестр «Фонограф». Алексей Иващенко. Уже почти что все, осталось совсем немножко. И мне самому интересно, что получится сейчас. Если климат тяжел и враждебен астрал, если поезд ушел и все рельсы забрал, если пусто в душе и не любит никто, означает это, что пора. По пиву пора, пора по пиву пора, пора по пиву пора, пора по пиву пора, пора по пиву пора. С ним не берет мороз.
страшна жара, если все по уму и здоровье заря, если веришь всему, что вокруг говорят, если хочется жить лет как минимум 100, означает это, что пора по пиву, пора. Жажда томит, и на уме лишь одно, и как будто магнит, жидкость действует. Но если сладость претит, и если водка не то, это значит, что пора по пиву, пора, пора по пиву, пора, пора по пиву, пора, пора по пиву, пора, пора по пиву, по пиву, по пиву, пора. С ним не страшна жара. Гип-гип ему, ура! Его не зашвырни, а бумеранг летит по кругу, и порознь прожитые дни лишь возвращают нас друг к другу. Зачем я здесь на берегу, навек покинутом когда-то? Ума палата, а разобраться не могу. Зачем я вновь сюда стремлюсь, как дикий зверь в пчелиный улей? Зачем я ядами травлюсь и в лоб себе пускаю пули? Как будто через решето мой здравый смысл утек куда-то. Ума палата, вытворяет черти что. Ума палата, там вытворяют черти что. Мерцают угольки в зале, давно пора востепениться и не мечтать о журавле, зажав в руке свою синицу. Ах, мне б смириться с тем, что есть, да видно малость тесновато. Ума палата, моя палата номер 6. Ума палата, моя палата номер 6.
никогда его не зашвырни. А бумеранг летит по кругу, и порознь прожитые дни лишь возвращают нас друг к другу. И вновь я здесь, на берегу, навек покинутом когда-то. Ума палата, ума палата, а все никак не убегу. Ума палата, ума палата, а все никак не убегу. Его не зашвырни, а бумеранг летит по кругу, и порознь прожитые дни лишь возвращают нас друг к другу. И вновь я здесь, на берегу, навек покинутом когда-то. Ума палата, ума палата, а все никак не убегу. Ума-палата, ума-палата, а все никак не убегу. Большое вам спасибо за внимание, друзья. Большое спасибо оркестру «Фонограф» и Сергею Жилину, его руководителю. До свидания!